Я сниму для вас видео. Смотрите, какая погода. Это самое декабрь месяц. Я так оделась легко. Сейчас что хочу вам показать. Буду чуть-чуть видео делать, когда у меня будет время. В масках, понимаете, это очень ужасно. Я вся мокрая, дышать тяжело. Но не дождик чуть-чуть падает. А так все отлично. Сейчас вам покажу цветочки, на что я обратила внимание. Спасибо всем огромное, что переживаете, цените меня. Мне очень приятно. Я вас всех очень люблю. Всем большое спасибо, что все переживают и думают обо мне, мои хорошие. Смотрите, мои друзья, на что я обратила внимание. Я не знаю, какое это здание. Я стояла просто, ждала. И это самое, какие цветочки. Декабрь. Какое, по-моему, 17 декабря. Смотрите, какое красотище. Какие цветочки, да? Обратите внимание, мои друзья. Чистенько. В Стамбуле тепло. Я не знаю, где-то градусом, наверное, 17-18, фиг его знает. Сегодня дождь такой моросит, но мне очень жарко. Честно говоря, оделась пальто тоненькое, и сейчас всем и зонтик забыла, что-то я не знаю, что со мной. Сейчас я пришла к Анжеле на работу. Здесь моя подруга работает. Представляете, это Осман Бей, очень близко. Столько магазинов я впервые увидела, как Лалили, эти районы, где русские магазины. Оптовые здесь, мои друзья, костюмы. Очень красивые брендовые вещи, разные цены. Я даже не знала, что здесь такое есть. Вот впервые здесь. Вот это да. Жду подругу, пусть выйдет, в каком магазине она работает. Не знала, что это здесь бывает. Как бы, да? Вообще впервые. А? Чтобы я это запомнила, потому что потеряю свою красотку Корали. Это снизу? Ой. Я школу сбросила отсюда. Здесь такой райончик красивый. Я смотрю на комнату, смотрю, здесь показывают. Ой, красавица, можно тебе снять? Такая худенькая. Смотрите, Анжела, какая куколка. Худенькая, красивая. Да, очень красивая. Кукла худая, такая фигура, вообще супер, сама красавица. Я, короче, пришла... Поверите, что ей столько лет, как мне, как выглядит красиво. Короче, что я хочу вам сказать. Вот я пришла к Анжеле, покажу себя, потому что меня люди 100 лет не видели. Мне нет времени. Покажу вам курточки зимние, вот эти пальто, это оптовые, да, все. Короче, смотрите, какие есть мужской магазин. Такие вот курточки разные. Вообще мне нравится. Я вот смотрю, чтобы сыну взять. Оптовые цены от $50 и больше. Мои хорошие, вот смотрите, друзья. Разные цвета. Вообще я не могу... Какое качество хорошее. Смотрите, в разных цветах. 4 цвета. Вот вижу бордовый, серый, бежевый. Такие пальто мужские. Это просто чудо. Вот такие курточки. А, я иду уже, духи пришли, да? Иду. Вот курточки одну. Да, Анжела мне дала попробовать духи оригинальские здесь приносят. Да я чуть не обалдела. Короче, здесь в Осман Бей, мои хорошие. Я сегодня так оделась в пальто, короче, и такие вот делишки. Пришла к Анжеле в гости, вот какой магазинчик, но тут просто чудо, смотрите. С капюшонами курточки, берет 50, ну, кому надо, узнаете. Корели, Марка. Так я иду себе духи выбирать, оригинальские. Те, что в фришопе. Девочка наша привозит оттуда чуть дешевле. Иду себе выбрать духи. Так, принесли духи. Так, смотрите, у Анжелы еще есть подруга. Вот, Анжела и подруга. Всем привет. Скажите, девочки, что-нибудь. Вот, скажите всем, Новый год движется, приближается к нам. Так что, кто не успел выбрать подарок своим любимым, пожалуйста, все у нас есть. Да, и, да, парфюм оригинал. Парфюмы и оригиналы, и тестеры, и косметика, есть все. Косметика у тебя здесь есть? Есть. Ну, сейчас с собой нет, я скину. Это по моей части. Окей, солнышко, смотрите, вот. Как они называются? Назви, пожалуйста. Вот Шанель вижу. Шанель, Бурбери есть, смотри, Бербер есть, ага. Джио Армани есть, Клоэ есть. Ага. Джио Армани тоже. Потом
кстати, очень модный сейчас бакарат. Потом есть Тизиана Терезии, Кирке, тоже очень модный такой, насыщенный зимний аромат. Мужских тоже очень много. Если что, все скинем. Короче, я номер телефона буду ставить, вот кто в Турции живет. Да, и это самое, короче, будут связываться, потому что все будут задрачивать меня, я потом... Да, номер телефона сразу давайте и скажите, да, мы пользуемся, духи классные, да. Вообще супер. Да, я вообще сейчас у тебя попробовала, мы девочку вернули, потому что говорю, хочу тоже. Так это хорошо, что я тут была, да? Да, слава богу, сейчас я не знаю, какие я себя выберу, это оригинал, запах обалденный, мой хороший.